Компактный стайлер для создания мягких волн с двойным керамическим покрытием. В этом обзоре расскажем про стайлер Polaris, модель PHS4080MK. В комплекте с устройством идет сумочка для хранения, инструкция и гарантийный талон. Стайлер сделан из красного пластика. Устройство компактное, длина не превышает 20 см. Прибор работает от сети, длина шнура 173 см. Мощность стайлера 40 Вт. Он быстро нагревается до температуры 190 градусов. Управляется устройство переключателем на рукоятке. Во время работы загорается световой индикатор. У стайлера щипцы в виде трех валиков диаметром 13 мм. Между ними вставляется прядь волос и получаются мягкие небольшие волны. Таким образом можно придать объем своей прическе. Если не фиксировать щипцы в одном месте, а провести их по всей длине пряди, можно использовать стайлер как выпрямитель. Для защиты пальцев на конце щипцов предусмотрены термозащитные выступы. Валики получили двойное керамическое покрытие по технологии Duo Ceramic. Оно обеспечивает защиту волос, легкое скольжение и долговечную работу щипцов. Подведем итог. Это универсальный стайлер, который пригодится для причесок с легкими волнами или для выпрямления волос. А благодаря компактному размеру устройство легко брать с собой в поездки.